вами магазин «Кудеса чудеса». Сегодня мы поговорим с вами об амулете «Черепашка». Посмотрите на спину этой черепашки. Там изображены два символа мужского и женского начала. Она так у нас и называется – черепашка инь-янь. На Востоке символ черепахи – это начало мироздания, первопричина всей физической материи. Также черепашка по фэншуй – это гармония мужского и женского начала. Она символизирует собой и долголетие, и мудрость, и постоянство, и настойчивость, здоровье и защиту. Также черепашка приносит удачу, помогает решать сложные жизненные задачи, помогает повысить уровень жизни, увеличить доходы. Вот эту черепашку вы можете приобрести в магазине «Кудеса чудеса» по адресу улица Сервантеса, дом 3, корпус 3.